Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд прокомментировал второй поединок между Головкиным и Альваресом. Головкин проиграл этот бой, а Канело выиграл, тут без вопросов это было чисто, менее габаритный парень заставил отступать более крупного, такой панчер как Головкин, который зарабатывал себе на жизнь тем, что шел вперед, не хотел отступать. И это было планом Канело с самого начала, стоит отдать ему должное за мужество. Канело вел поединок и завершал свои комбинации. Канело имел импульс и доминировал в бою. Когда я говорю доминировал, я не имею в виду, что он выиграл каждый раунд, но в целом своим импульсом он сломал Головкина. Команда Головкина требовала от Канело, чтобы он не бегал, а вышел и дрался. И он так и сделал. Я не знаю статистику CompuBox, но Головкин донес до цели несколько хороших джебов и имел хорошие моменты. Это был великолепный поединок. Но если вы посмотрите бой, то увидите, что Канело в нем доминировал с точки зрения контроля, сказал в эфире ESPN World.